Тут можно пройти. Да, можно, красота. Я стоповую машинку снимем с другого ракурса. Вот мы там старт. Так, ну вот эти космический уровень. Сейчас будет круто. V8 турбина 4.4 BMW, турбина от Iveco. Да. Просто фантастика. Вот этот спецучасток весь. Посмотрим сейчас. Спецучасток еще один дальше. Ну, все здесь. И каждый день в оффроуде увидишь. Игорь взглядом меня ищет. Вот он ходит от эйловской куртки. Так, ну решающий момент. Да, болото. Еще не все. Вот теперь все. Конечно, влево выехал, что там, самурай выехал или Витара что-то выехала недавно. Влево же там есть место. Конечно, слева. Да. Да надо сразу, сразу заход надо было левее делать. Конечно, вот и все, да. Вот и все. Еще раз подтверждается. Главная прокладка, да? Ну, естественно, да. Самое главное. Естественно. Начали не коксовали, ну, в разумных пределах, да. Пошли по прямой, потом резко поворот. Потому что кто хочет, ну, по диагонали идут. А вот там могли дать зад и могли даже на скорости со своей мощью проскочить. Проскочили бы обязательно. С их амортизаторами, да, и двигателем, и колесами. Просто по воздуху. Просто по воздуху, да. Не знаю, вымут они его. Там уже пень поврежден. Да, да, сейчас я попробую туда добежать быстро, не успею, успею. Если прямо бежать по воде, да? Хорошо. Блин, сейчас попробуем добежать быстро. Попробуем быстро добежать. Что там, есть шансы? Добежали. Штурман тут. Дарпа, бандик! Ратус такой. Это нереально. С этим весом, я думаю,
сложновато. Цюрегит, я операцию, не галет, не стягит. Вот куст, возможно, поможет. Ты горей, двух трос! Остров! Дави, дави сильней. Был близок. Давай, 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 пробуй, пробуй, пробуй. Пошел, пошел. Красавчики. Поборолись. Молодцы. Поборолись. Казалось, что все. Якорь, якорь покрепче у них. Да, обидно. Ошибки. Что там, время? Гермин, 5.04. 5.04. Вот и мостик. По коробке мы не узнали вчера. Не знаю, не у меня было. А какая коробка стоит? Не знаю. Не знаю. Просто можно слушать, как она звучит, и все. Мосты привязаны. А как коробка какая стоит? Так, ну вот интересно тоже. После монстра, монстр поменьше. А какая коробка стоит? Механика? А разда? Там гонишь? А раздатка? Патруля. Патруля? Тоже самое, что я говорю. Но все равно красавцы поборолись, молодцы. Сразу, да. Все, кто идет по диагонали, садятся в эту яму. Ну возьми под лентой, да, взять. Прямо и потом поворот. Прямо, потом поворот? Да. А все, кто пытается вот идти направо, ну, садятся в эту яму. Можно под правой лентой пробовать тоже, наверное. Аккуратно, если. Я почему говорю, ребята перед этим, они грамотно наступили. Они 90 градусов. Блин, выкопал. Есть, идет. Все.
Ну, сейчас. Это Кириллу? Да. Сейчас. Сейчас правильно. Хорошо, хоть не встрял так на полную. Хорошо. Штурман побежал. Тут заход сделал правильный, красавчик. Под левую. Елки-палки. Но она полегче, шансы есть. Ну, надо ориентироваться на левую эту вешку. Да, да, тупо левым колесом на левую вешку. Да, да, да. Даже если придется лебедиться, это быстро будет. 100%. Ничего, я думаю, получится. Спасибо. Все у ребят. Так, пошли, ребята, зацепились. Что там на дальнем спецучастке, пока никого. Ну, видно, якорь вырывается. Пошел, пошел. Там чем дальше, тем сложнее. Да, немножко. Надо сразу бежать метров на 10 дальше. Да, да, да. Они все пытаются. Если бы вырвало, перецепил, вырвало, перецепил. Только время теряют. Ну, уже тут шансов больше. Там катнуло, да. Копнула Toyota на 39-м с половиной богере. Ну, такая, типа Toyota. Название, я стою... Когда-то она была Toyota. Да, очень-очень давно. Наши там где-то в конце очереди долго вставали. Сейчас один наш, действительно, сейчас попробую увидеть. Так, там вон гелик, остатки гелика. Сейчас будут стартовать, мы их видим. Заявлять протест, потерпеться, когда потом... Пошли. Я был такой, душа компании, все, все мои уже. Да, блин. Так они, там, ладно бы, протест был какой-то, ну, сейчас реально, посмотрим гелик. Ну, да, а из-за баллона, вон, вдалеке остатки Геленвагена стартовать сейчас будут. Ну, ребята, так, смотрите, вон котлета на дальнем спецучастке. Геленваген. Так, поехали, ребята. Не видно их. Не, они готовились к заплыву. Ох, красиво, красиво идут. 33-е колеса всего, кстати, у них. Если это Латвийца, то в прошлом году она еще была целая. Еще Геленваген был? Был нормальный Геленваген. Елки-палки. Тут, говорит, купили коробочку флекса дисков. Не пожалели. Говорит, немножко облегчили. Ох, елки, как красиво. Кого-то с косой отправить, чтобы прокосили там травку и деревья. И было бы... Поломали камыши. Было бы идеально все видно, да. Ничего, в принципе, понятно. Ну, не выскочили с последней.